Итак, мы с вами сейчас рассмотрим следующую задачу. Нужно найти площадь ромба, если его диагонали равны 5 и 6 сантиметров. Ну, во-первых, в этом случае нам нужно просто вспомнить формулу. S равняется D1 умножить на D2 и поделить на 2. Первая диагональ 5 сантиметров. Вторая диагональ 6 сантиметров и делим на 2, сокращаем 6 и 2, 6 делится на 2 это 3, 5 и 3 это 15. То есть мы с вами решили эту задачу.